В Крыму пациент напал на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел в Евпатории. В Главном следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили, по данному факту возбуждено уголовное дело. В отдел подстанции скорой медицинской помощи номер 26 Евпатории поступил вызов. В общественном месте стало плохо мужчине. Осмотрев пациента, врач бригады принял решение о доставке его в специализированное учреждение. Однако мужчина повел себя агрессивно, ударив врача и водителя по лицу, говорится в сообщении. По указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, следственное подразделение вышло перед прокурором с ходатайством о принятии к собственному производству уголовного дела, возбужденного отделом дознания отдела МВД России по Евпатории, в связи с общественным резонансом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.